Плохо начали первый период. Два удаления ненужных. Два гола. В принципе, слов нет, нельзя так начинать играть. Нельзя. В принципе, и первая половина второго периода тоже была не слишком удачной. И за счет чего потом удалось перестроиться? Ну, договорились, что должны улучшить игру свою. Ну, быстрее накатываться, быстрее играть. Ну, в принципе, второй период удачно. Вот. И третий начали хорошо. Забили гол, сравняли. Ну, где-то не при счете 4-3, где-то какой там счет был, я не помню. Вот. Денис Паршин не попал после ворот. Ну, вот надо момент вот эти вот реализовывать. Невезение или недоработка? Я думаю, что это невезение. Но надо работать, и тогда везение обернется к нам. Впереди Новый год. Что скажете болельщикам? Поздравляю всех болельщиков с Новым годом, вот, с наступающим. Самое главное – крепкого здоровья всем. А остальное. Пусть все плохое останется в старом году, а новое, хорошее придет. 2017 год. Ну, я надеюсь, что у нас то же самое будет. Вот, все плохое, весь негатив мы оставим в 2016, а в 2017 новым силам. Плохой год. Ну, если можно, хотелось бы услышать ваше мнение по Мишкападу. Понравилось все? Да, понравилось. Только я думаю, что он немного раньше начался. Ну, я думаю, болельщики где-то разозлились на нас. Вот. И поэтому начали закидывать Мишкападом игрушками.